Ничего не может удержаться в памяти. Сущая беда. Скажи им это. Даже если это неправда. Ты идешь в суд, а не на экзамен. Я только что с самолета не опоздал. Я не должна тебя слушать. После 2 лет удели мне 5 минут. Теперь, когда ты рискуешь меня потерять, я тебе понадобилась. Я не проклинаю тебя. Я больше не верю в наши чувства. Вот и все. Дорогая, я тебя понимаю. Хорошо понимаю. Ничего ты не понимаешь. Тебя никогда не было дома. Если уж быть одной, то в полном объеме. Уходи. Не пытайся отговорить меня.